1 января по 31 марта в городе Нефтекамск началась постановка на воинский учет молодых людей 1996 года рождения. Как изменилась статистика ставших на учет юношей, мы решили узнать у начальника отдела военного комиссариата по городу Нефтекамск. Ну, до нас, во-первых, они проходят диспансеризацию в больницах. Потом, когда им исполняется 17 лет, мы ставим их на воинский учет в военкомате. Но основная задача в том, чтобы мы заранее определили состояние здоровья каждого юноши, который потом становится призывниками, когда уже получает прописное свидетельство, первый воинский документ. Ну, естественно, мы запрашиваем у родителей со всех больниц о его состоянии здоровья и выясняем его годность к военной службе. Ну, пока еще сегодня первый день, зрение пока. Но есть такие отклонения, но не такая близорукость, но зрение нарушения есть, конечно. Ну, если судить за те года, да, зрение, конечно, плохое. Не скажу, что у всех, но есть многие с нарушением зрения. И близорукость, и дальнозоркость, и спазм аккомодации. Вот остроту зрения определяем по таблице. Садится здесь, 5 метров, проверяем зрение. Одним глазом, потом другим глазом. Зрение плохое, делаем коррекцию. Вот стекла, вставляем глазу стекла и определяем, сколько у него минусов. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Потом все записываем. Цветоощущение проверяем по таблице. Вот все, что мы здесь проверяем. У нас сейчас идет спад молодежи. Было время, когда мы ставили на воинский учет около 1500. На данный момент мы ставим на воинский учет, вот на сегодняшний день, 814 юношей. Это говорит о том, что в это время перестройки у нас рождаемость населения упала очень. Сейчас на данный момент, конечно, улучшается. Идет потихоньку подъем.